Из регулярного первенства уверенно в плей-офф. Хоккеисты «Динамо Алтай» завершили сезон лучше остальных и перешли в игры на вылет. В последних матчах нашим противостоял саратовский «Кристалл». Правда, блеснуть у гостей не получилось. В первом матче барнаульцы выиграли уверенно 5-2, а во втором поединке решили создать интригу, подарив болельщикам на трибунах овертайм и буллиты. И вишенка на торте – вновь победа барнаульцев. Тренерский штаб не получил того удовлетворения от этих матчей, которые, в общем-то, должно быть перед началом плей-оффа. Первая игра, в общем-то, очень слабо начало. Не получается сыграть так, как, ну, как, в общем-то, нужно начало матча. Сегодня более-менее начали, но я сейчас ребятам сказал, что пижонство оно во все времена наказывалось и будет наказываться. Пижонство, уверены все, больше не будет, ведь началась долгожданная борьба за Кубок Федерации. Игры на вылет. Соперник – прошлогодний обидчик. Красноярские «Рыси» готовы защитить свой титул. Получится ли? Начало серии игр 19 марта на Титов-арене. А вот баскетболисты «Барнаула» не смогли попасть в топ-8, а значит, не смогут сыграть в плей-офф. Но на данный момент наши расположились на 10 месте, что для дебюта весьма неплохо. Предзаключительный матч с «Динамо» завершился уверенной победой. У «Барнаула» 100, у «Динамо» 81. Упустили ситуацию с давлением, да, и мы уже понимаем, что плей-офф для нас закрыт, и, наверное, вот это отлегло от нас. Сложно говорить что-то по этой игре, сыграли, как сказали, эффективно, все попали. Свой заключительный матч горожане проведут 16 марта, наши примут дома «Иркут». На этом баскетболисты отправятся на отдых. Дмитрий Дроздов, «День с толком».